Сегодня мы научимся вязать вот такой листик. Эта форма листика называется пейсли или турецкий огурец. Для этого провязываем 10 воздушных петель. Первую петельку не затягиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и 10. Затем одну петлю воздушной цепочки пропускаем и в следующую петельку провязываем полустолбик. Далее в следующую петельку основания провязываем один столбик без накида. В следующую петлю основания провязываем один полустолбик с накидом. Делаем накид и вяжем полустолбик с накидом. Затем вяжем столбик с одним накидом. Накид и в следующую петельку провязываем столбик с одним накидом. Затем провязываем полустолбик с двумя накидами. Делаем 2 накида на крючок и в следующую петельку основания вяжем полустолбик с двумя накидами. Затем вяжем в следующую петлю основания 2 столбика с двумя накидами в одну петлю. Делаем 2 накида и провязываем столбик с двумя накидами в следующую петельку. И после этого еще один столбик с двумя накидами в ту же самую петельку. И в следующую петельку тоже провязываем 2 столбика с двумя накидами. Вот один столбик с двумя накидами. И туда же вяжем еще один столбик с двумя накидами. И в следующую петельку основания тоже провязываем 2 столбика с двумя накидами. Один. И еще один. В ту же самую петлю основания. Затем следующую петельку основания, она у нас будет последняя, провязываем 6 столбиков с двумя накидами. Делаем 2 накида на крючок и в эту петельку провязываем 6 столбиков с двумя накидами. 1, 2, третий, четвертый, туда же 5-й, 6-й.
Затем в следующую петельку провязываем столбик с двумя накидами, не довязывая его до конца. И вот, когда на крючке будет 2 петли, далее снова делаем 2 накида на крючок и провязываем в следующую петельку такой же столбик. Когда у нас будет 3 петельки, провязываем их вместе. Далее делаем 1 накид на крючок и в следующую петельку провязываем недовязанный до конца столбик с одним накидом. Вот у нас 2 петельки на крючке, и снова делаем накид на крючок и в следующую петельку вяжем столбик с одним накидом. Теперь следующую петельку вдеваем крючок и вытаскиваем петлю. И снова в следующую петельку вдеваем крючок и вытаскиваем петлю. И будем вязать все 3 петли вместе. В следующую петельку основания провязываем полустолбик. И еще один полустолбик в самую последнюю петельку. И вот наш листик готов. Теперь ниточку можно обрезать. А из тонких ниток этот листик будет выглядеть еще интереснее и более аккуратно. С вами была Ирина. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube или на email рассылку на сайте knittingforbeginners.ru. До новых встреч!